Это обзор 229 главы манги «One Punch Man». Далее в выпуске. Появление Акселя, лидера группы «Охотники», которые борются против монстров. Новая организация, которая называет себя «Нео-герои». Тацумаки все еще думает о Сайтаме. Генос уходит из ассоциации героев, которая уже прогнила и теряет своих воинов. Ну а прежде чем мы начнем, хочу выразить отдельную благодарность спонсорам этого видео. Battleborg, Чел-Пчел, Вовка, Танака и Гордей. Огромное вам спасибо за поддержку. Если ты тоже хочешь поддержать канал донатом, ссылка в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Ну а теперь переходим к обзору главы. И да, извиняюсь за свой умирающий голос. Дело в том, что я болею гриппом, и говорить сейчас сложновато. Надеюсь, вы поймете и простите. Итак, на обложке нас встречает брутальный Сайтама в брутальной позе с брутальным взглядом. Далее мы перемещаемся домой к Тацумаки, где она общается по телефону с сотрудником ассоциации героев, которые предлагают ей сняться в рекламе, чтобы привлечь как можно больше новичков в их организацию. Конечно, для Тацумаки это слишком. Изначально она отказывается, но затем вспоминает Сайтаму. Точнее, его слова о том, что поначалу он не мог победить даже монстра волчьего уровня. Она задумалась и все-таки решила сняться в их рекламе. Как думаете, почему, вспомнив эти слова Сайтамы, она согласилась на такое? Напишите в комментариях. Вот Тацумаки уже в студии, ее готовят к съемкам. Камера, мотор. Она думает о том, что нужно показать зрителям решимость, жестокость и ее силу, продемонстрировав которую, по ее мнению, люди захотят стать героями. Она устроила там торнадо и уничтожила всю съемочную площадку. И вот реклама готова. Героическая ассоциация всегда открыта для новобранцев. Заставь меня трепетать своим пылающим сердечком. А если не подашь заявку, скручу тебя. Конечно, это не слова Тацумаки. Они решили переделать отснятый материал, прибегнув к обрезке некоторых сцен разрушения, а также в некоторых местах применили графику. Тацумаки, судя по ее виду, недовольна результатом, ведь в конце рекламы она даже показала сердечко, что абсолютно на нее не похоже. Ну, она этого не делала, вот и злится. А еще она готова порвать продюсера, который это задумал. Позже мы узнаем, кто это был. Но сейчас домой заходит Фубуки и называет свою старшую сестру милашкой, что также ее бесит. Она бы хотела, чтобы кто-то ее так назвал. Но от кого же она хотела бы такое услышать? Кто знает? Кто знает? Тацумаки устраивает разгром у себя дома. Но тем временем мы узнаем, что продюсером той рекламы был никто иной, как сам герой А-класса Милая Маска. Его ассистент уведомила о том, что реклама прошла успешно, но Маска что-то не обращает на него внимания. Видимо, в телефоне что-то гораздо интереснее. На что же он так пристально смотрит? На Reddit я наткнулся на такую интересную очищенную фотку, где нам демонстрируют великолепную лысину Сайтамы. Откуда я уверен, что это действительно так? Зачем Маске смотреть на него? Так потому что Милая Маска знает про силу Сайтамы, и он сейчас ему очень интересен. И вот он наблюдает за ним, как это делает доктор Бафой, как это делают герои А-класса, да и любой, кто узнает о нем, желает разузнать как можно больше о его силе. Далее появляется Аксель. Это новый персонаж манги. Подробнее вы узнаете чуть позже. Он смотрел рекламу Тацумаки, и вдруг к нему обратилась девушка, назвавшая себя Сидзука, и она вербовщик ассоциации героев. Аксель удивился тому, что они никак не отступают, и она уже второй человек из организации, который обращается к нему. Далее мы резко перемещаемся в штаб-квартиру ассоциации, где почти все сотрудники... Стойте, давайте кое-что уточним. Здесь нигде нету ни Сичи, ни Сикингала.
Говорит ли это о том, что он не причастен ко всем злодеяниям данной организации? Мне интересно узнать ваше мнение на этот счет. Напишите в комментариях. Лично я только сейчас об этом задумался и думаю, что они никак не причастны к их черным делишкам. Вернемся обратно в штаб. Члены ассоциации радуются тому, что реклама Сацумаки прошла успешно и доверие богачей восстановлено. Только это их и беспокоит. А на обычных граждан им наплевать. Все начали хвалить Макоя, ведь, как мы знаем, именно он договорился с Фубуки о том, чтобы очистить имя Тацумаки и сделать эту рекламу. Ну что вы, ради нашей организации я готов на все. Также они говорят, что не могут больше доверять стальному рыцарю Бафою, который только и может болтать. Ведь все его роботы-защитники уничтожены, и даже конструкция здания, которое они ему доверили, оказалась ненадежной. Они недовольны тем, что он называл свою постройку неприступной крепостью, а еще тем, что они вбухали во все это много миллиардов денег. И смогут ли они дальше ему доверять? Тем временем, Бафой проклинает Сайтаму, который уничтожил всю его защиту и унизил перед всеми членами организации. Как мы видим, Бафой наблюдал за битвой Сайтамы и Тацумаки. Справа – тот самый момент, когда он уничтожал роботов Бафоя. А слева – момент, когда он обнял Тацумаки и вылетел из подвала ассоциации. После чего их битва и началась. Члены ассоциации высказывают свое недовольство по отношению к Тацумаки. Они называют ее эгоисткой, которая никого не слушается и не подчиняется. Они решают приглядывать за Тацумаки и ее младшей сестрой Фубуки. Они понимают, что силы им остановить ее у них нет. Это как бомбу в руках держать. Все, что остается, лишь наблюдать за ней. Рейтинг ассоциации поднялся из-за рекламы Тацумаки, но добровольцев почти нет. Они в недоумении и не знают, что происходит. Вернемся к Акселю. Он говорит, что уже видел рекламу и даже похвалил ассоциацию. Но что бы вербовщица ни говорила, он не намерен вступить туда. Она не отпускает руки и в надежде переубедить Акселя начинает говорить о том, что С-класс сейчас ненадежен, а многие герои А-класса лежат в больнице и пока не случилось большой беды, им нужно пополнить их ряды. Конечно, прозвучало так, словно герои расходный материал. Честно, для ассоциации так и есть. Для них в приоритете их карманы. Герои, защита богачей от монстров равняется деньги. Вот ради чего они все это делают. Аксель это прекрасно понимает. Да, настало время получше познакомиться. Это Аксель, лидер группы гражданской самообороны, которые называют себя охотники. Они борются против монстров, как и все герои. Акселя бесит то, что ассоциация героев до сих пор считает себя чем-то важным. Слыхал, что один охотник на героев вдоволь наигрался с вами. Похоже, огромные вложения в вашу организацию тратятся впустую. На слова Акселя она отвечает, что все ресурсы уходят на возмещение ущерба от геройской деятельности, а также на поддержание рейтингов героев. Вербовщица ассоциации начала говорить, что они с уважением их примут, и все его 53 товарища станут профессиональными героями. По словам девушки, мы узнаем, что эти охотники во главе с Акселем смогли уничтожить монстра демонического уровня. И, конечно, это достойно похвалы. Чуть позже мы узнаем, что их осталось 48, ибо в том бою этот монстр забрал его 5 товарищ. Как же меня эта девка достала. Она все еще продолжает уговаривать его, говоря, что они окажут им всю необходимую помощь, медикаменты, снаряжение, вознаграждение. Я уже вроде говорил вам, что я отказываюсь. Девка говорит, что они готовы сделать его героем С-класса, если он согласится, а его приятели займутся и Б-классы. И это только начало, ибо они потом смогут апать свой рейтинг. Аксель отвечает, что дело не в отношении к нему, а в том, что они не доверяют ассоциации, потому что у них столько сильных героев, но никого, кроме богачей, они не хотят защитить. И даже в разрушенном городе они умудрились построить новую штаб-квартиру, которая на самом деле служит убежищем для этих богачей. И героев, которых они пустили туда якобы жить, на самом деле исполняют роль охранников. Аксель говорит, что ассоциация уже не служит обычным людям.
и поэтому они не хотят прогнить, став ее частью. Девушка все же встала и сказала, что попробует переубедить его в другой раз. Но Аксель сказал ей, что нечего утруждаться, ей лучше найти новую работу, ведь ассоциации скоро настанет конец. В это же время мы наблюдаем за другим вербовщиком. На этот раз они нацелились на сверхсумаиста Якудзе Райдена. Вербовщик, конечно, трясется от страха, ибо перед ним настоящий гигант. Райден говорит, что даже посреди его матча по сумо к нему подходили сотрудники ассоциации с предложением о вступлении. Он, видимо, тех послов раскидал, но все же пришел еще один. Для тех, кто спрашивал, почему армия не борется с монстрами, вот вам ответ. Этот мужик рассказывает, что армия и полиция заняты охраной спокойствия человеческого общества. То есть, решают человеческие проблемы. Вот вам и ответ. Вербовщик втирает все тот же бред, который говорила та девушка. «Вы нам важны, мы сделаем вас героем С-класса», ну и так далее. Райден отказывается и говорит, что он уже подписал контракт, но с другой организацией. Он заявил, что скоро сообщат о новой организации, вот к нему он и пойдет. Та самая девушка, которая говорила с Акселем, доложила своим боссам о том, что появилась некая новая организация, которые зовут себя нео-героями. Аксель сказал, что со своей группой также туда вступает. Он также заявил, что множество спонсоров ассоциации также переходят к ним. Туда пригласили и героев С-класса. Как думаете, кого они пригласили и кто уйдет из ассоциации героев в другую организацию? Благодаря следующему кадру мы понимаем, что Генос один из тех героев С-класса, которого пригласили туда. Кусена спрашивает у него. «Как ты поступишь, Генос? Помню, ты говорил, что имеешь сомнения насчет Геройской ассоциации». «Я...» Ответ Геноса мы узнаем лишь в следующей главе. Далее мы перемещаемся домой к Сайтаме, где он смотрит рекламу с Тацумаки. И увидев, как она мило себя ведет, а еще в конце сказала фразу «Вступайте в организацию, иначе скручу». Он захлебнулся. Да, непривычно видеть Тацумаки такой милой, хотя при Саитаме она так себя и вела. Что ж, это был обзор 229 главы. Буду ждать ваших комментариев. Напишите свое мнение о главе. Если ты читал вебку и знаешь, что там будет, пожалуйста, не надо спойлерить. Это нехорошо. Спасибо за понимание. И да, чуть не забыл. В прошлом видео я сказал, что сюда попадет тот человек, который первый отгадает загадку. Почему у Тацумаки было хорошее настроение? И победителем стал Ч.Р. Мейрон. Поздравляю! А на этом все, друзья. Огромное вам спасибо за поддержку. С вами был Аниманго. Всем пока.